Почему у ты меня, так говоришь? у меня агрессия, у меня, то, что ты шушей была, у меня вообще агрессии нету. У меня агрессия к тому, как ты расписывала это все. Вот, знаешь, армяне за столько времени ничего не построили. Нет, да вы такие, ты да вы секрили. Ты очень сильно ошибаешься, знаешь, в чем? Если я не ошибаюсь, я это видела своими глазами, понимаешь? Что-нибудь, если я там увидела бы сделано... Я это сказала бы. Была. Аэропорт же сделанный, ты видела. Это ж мы это сделали. Это Азербайджан сделал. Это не армяне сделали. Это наша работа. Они тебя обманули, Тамуна, обманули. Ты понимаешь, что творится? Видела? Ну, до такой степени не видела. Вот наглость, правильно, когда аэропорт тебе показывают, говорят, это мы сделали. Вот это большая наглость, я с тобой согласна. Это вы сделали? Слушай? Да, ты не... А они теперь сказали, что они? Да? Слушай, ты я знаю, что они строят, 24 часа работают. Они, же... везули, там они просто доделывают то, что мы не успели сделать. Они просто там уже ювелирную работу доделывают. Пришли на готовую. Дороги тоже выделали. И дороги, и все, и подземный переход, и все мы. Да ты что? Я этого не знала. Вот если они вас везут туда, лапшу на уши вешают, это ж ни о чем не говорит. Послушай вот меня, умного человека. Еще, что вы сделали еще? Армяне все сделали, ты должна это знать. Еще, что вы... Я знаю, что пирамиды это вы сделали, еще. И пирамиды сделали, и все сделали. Все, все, что вот вокруг тебя. Кресло, стул. Все. Да. Это все наше произведение. Это все армянские мозги. Вау. Слушай, хоть это скажи, да? Когда вы появились? Ух, этого никто не знает. Много-много тысяч лет назад. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.